героя Тюмень, который Ченка. Встречи с такой погодой. Тюменцы идут вперед, тем не менее. Да, опасный. Там мучается на левом фланге и обыгрывает нашего защитника. И здесь передача на влево. Тут и уже... снова Кленкин. И если бы не Яшин, мы... Ну что ж, старт в отрезок есть. Преимущество Тюмени не вызывает никого. И вот теперь уже Ярославцы очень быстро двигают мяч на вес. Рука мяч попадает. Так, была ли рука? Ох, еще как ошибаюсь. Андрей Павленко, ну посмотрите. Да, причем... Тут, может быть, я не знаю, рука как будто противоположного там. Так, вносит мяч Щадин. Передача пяткой, Султонов, удар! А удар-то в ближний угол. Рукой могли бы наши футболисты уже в этой встрече лидировать. Вот сейчас команда появляется на поле. Это удар. Паста Земского, Михаил врывается. Это он потом вот так до гарантии. Вот плечо в плечо, а потом чуть-чуть рукой. Сместился он к углу, вот лично дал сейчас пас. Там Сиротов прострел. Артем. Ну, можно приложиться. Хорошо, хорошо. Филиал потопа. Может быть, где-то на поле осталось что-то такое. Беляев. Борется он с девятым номером, но... Он тут есть, но другой вопрос, что... Оп, опасно. Возможность продолжения атаки по центру. Адресовал он Малярова, а тут и удар подоляк. Ему помогает Митасов. Михаил идет зам. Над Цхавребовым. Валерий заброс вперед на Земского. Михаил выигрывает борьбу, скидывает на Малярова. Маляров дальше в касание. На подоляка! Иван поздравляет сам себя, поздравляет наших болельщиков, поздравляет всю команду. Хорошая, разумная атака, здорово побрался с ним. Иван Подоляк. Удар, да, здесь немного не получился, его блокировали. Ну, ладно, залетело, залетело. Мы... Но уже не первый раз Иван забивает, появившись на замену. Вот сейчас достаточно интересно будет, потому что Тюмень почти. Так, смотрим. Судолкова. Это делать для того, чтобы обеспечить себе какую-то контратаку. Вот Подоляк, штрафной, нужно сделать пас. Ай-яй-яй, чуть-чуть с Игорем Тилковым. Сиротов. И... Я думаю, что будет удар поворот. Да. Хорошо, я. Ну, это уже дальний удар поворота, но тот статистика. Ну да, это, в принципе, неплохо, если учесть, что у нашего нападающего. Андрей Мязина. И мяча перестал. А вот сейчас провал. Очень опасно и 1-1. Зевнули. Раз заслужил. Вот это единственное. Вышел, значит, вперед Владик. На самом деле, Валерий, прием предъявить. Заброс вперед на Мязина. Удар. Голевой чекёк. Там, чтобы у него поперло. А мы... Так, подача. Хорошая Плохо. Передача. Допрыгивал, пытался внести буквально. Руки, чтобы дать мячу уйти за лицевую линию. Опасно. Ой-ой-ой-ой. Много народу, что ли? Смотрим. Нет. Наиграна комбинация! Рядом. Здорово, Митасов входит в штрафную, бьет. И разминулся с мячом Артем Митасов. Тут пошел ему за спину. Навес. Так. Нет. Он опять начинал атаку. Удар. Будет удар, я думаю. Да. Яшин отбивает. Так. Вторым брат. Все-таки матч закончен. 1-1. Ничего.